Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посетил подмосковный город Щелково и совершил божественную литургию в храме в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов. Церковь, построенная не просто в самом сердце города, она расположена на территории заводского предприятия, где выпекается хлеб. Подробнее расскажет Галина Ледвина. Митрополит Ювеналий освящал закладной камень в основании храма иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов. Позже великим чином осветил церковь и совершил в ней первую божественную литургию на Светлой Седмице. И вот спустя ровно 10 лет он посетил это святое место, чтобы в честь юбилейной даты совершить торжественное богослужение. За богослужением молился генеральный директор Щелковского хлебозавода Иван Викторович Ларин, человек верующий, издавна помогающий церкви. Он участвовал в возрождении Троицкого собора в Щелкове и его колокольне. И заводской храм свое десятилетие встречает тоже благолепным. Его украшают росписи, колокольня звонит во все 9 колоколов. Храм бережно хранит мироточивую икону Божьей Матери Спарительницы Хлебов, у которой может помолиться каждый. Доступ в церковь открыт для всех. Владыка Ювеналий поздравил сотрудников предприятия с юбилейной датой. Я хотел бы, Игорь Викторович, попросить вас принять от меня этот образ Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И пусть Матерь Божия ограждает вас от всякого зла, помогает вам во всех ваших трудах. И это символ моей любви к вам и благодарности не только вам, но и всему вашему коллективу. Пусть Господь хранит вас и всех тружеников ваших на многое и благое лето. По словам директора, на предприятии трудятся преданные своему делу люди. На благотворительной основе хлебозавод снабжает свежим хлебом монастыри и храмы Московской епархии. По благословению владыки был открыт просфорный цех. Соблюдая все каноны, в нем пекут просфоры и поставляют в том числе и для зарубежных храмов. Мы вот выпекаем около 3 миллионов просфор, которые разъезжаются по всем уголкам Московской епархии, в Москву, за соседние области, за рубеж улетают. И повторяют дальние поездки тоже, как правило, берет наши просфоры, потому что они высокого качества, они долго хранятся. И в поездку на Дальний Восток, и в Японию, и в Южную Америку, и в Антарктиду Святейший Патриарх брал дорогу с нашей просфоры. Митрополит Ювеналий поблагодарил всех, чьими трудами был построен храм и вручил награды патриарха, а также благодарственные грамоты многим труженикам и благотворителям.